Как соединить деньги и ценности приверженности компании? Видишь ли, некоторые предприниматели бьются над вопросом, как заставить сотрудников служить компании для того, чтобы мне, как собственнику или руководителю, осуществить свои желания, богатство, власти, процветание и так далее. По сути, вопрос, как мне эксплуатировать своих сотрудников, людей так, чтобы они этого не понимали и при этом еще были довольны. И здесь ответ очень простой. Это невозможно сделать. Рано или поздно даже самый глупый человек задумается о том, почему он работает много, а все плоды достаются кому-то другому. И просто либо уйдет, либо не просто уйдет, а еще и ограбит своего работодателя, унеся с собой базу клиентов, какие-то секреты компании и так далее. Вот. И истинный долгосрочный союз на самом деле возможен лишь когда мы не заставляем людей работать на себя, а работаем вместе с людьми ради общей цели, на основе общих ценностей, ради какой-то общей миссии, которой мы можем вместе двигаться и на пути которой мы можем развиваться, богатеть, служить этому миру, служить Всевышнему, вот, зарабатывать деньги также. Одно другого не исключает. Вот. Так, Артха модель показывает, как можно создавать бизнес вот именно в такой системе сотрудничества, которая будет вовлекать людей с помощью ценностей, которая будет учитывать потребности сотрудников, вот, и вовлекать их на благо этого мира, на благо компании, в которой мы работаем. Вот, и люди в такой компании могут оставаться очень долгосрочные, на долгосрочную перспективу, то есть очень многие годы, вот и может быть даже иногда не годы, а может быть даже в течение всей жизни, вот они могут делать все рука об руку с компанией и осуществлять вот эту миссию, проходить вот этот эволюционный путь. Ну вот, и с такой компанией нам, конечно, ничего не будет страшно.